Удобно. Хотя чего-то не хватает. Приделайте к ней нож. Фабрика снова простаивает. Рабочий упал в гидравлический пресс. Похоже, потерял сознание от голода. Сэр, если не увеличить пайки рабочих... Мистер Пен, я очень сочувствую рабочим, но не могу отдать того, чего не имею. Пережарено! Эдвард. Какой хороший мальчик. Из-за этого страдает качество продукции. Число осечек... Глупости! Наши патроны в порядке. А вы расстроили Эдварда. Как видите, те самые осечки. Сэр, если мы не обратим внимания... Тихо. Сэр? Сэр! Молчать! Тихо! Слышите? Ты сама сказала, пингвин прячется в мэрии с целой армией. Я знаю. А я знаю, что ты скучаешь по Буччу, да? Его убили, чтобы меня ранить. Я должна восстановить справедливость. И как это сделать, не рискуя жизнью? Ты мне тоже нужна. Таби, ты слышишь? Это что, вертолет? Вот и он. Это Брюс Уэйн. Я на крыше полицейского участка. Мы вас видим. Принято, мистер Уэйн. Ждите нас в условленном месте. Подбит, подбит. Нас подбили. Идем на посадку. Харви, вертолет подбили. Быстро собери команду. Готовы к эвакуации. Садимся. О, Господи.